в ремонте Top Gear. У них классные названия у всех. Top Gear Forester 410. Обратите внимание, ничего не напоминает. Квадратная труба, круглая труба. Теперь мы знаем, где вдохновлялся Stern на производство таких рам необычных. Итак, этот велосипед стоял, я так понимаю, уже больше 5 лет просто в огороде под открытым небом. Ржавел немножечко. А может и больше стоял, но я увидел 5 лет назад, когда он там в этом огороде появился. В принципе, я все настроил. То есть клиент попросил сделать максимально экономно. То есть мы не меняли тросики. Я просто их подрезал, смазал. Вообще ничего не меняли. Но нам удалось настроить и тормоза, и переключатели. А, педальки вот новые только поставили, самые бюджетные. В принципе, велосипед работает. Из интересного здесь вот такая мощная горилла на вилке. Вилка, конечно, уже закисла. Спереди дисковый тормоз. Причем такой на пружинках, где пружинки регулируют положение тормоза. Сзади у нас все еще вибрейки. Рама алюминиевая с усиленной косынкой. И очень мощный вынос, необычный. Раньше металла не жалели абсолютно нисколечко на изготовление велосипедов. Не то, что сейчас. Сейчас стеночки очень тонкие. Ура! Такой велосипед. Еще он походит, поездит немножечко у своего хозяина.